вчителі. Так, до речі, ми багато говорили про HR, але там є теж розділи про найм і про те, наскільки важливо, наскільки відповідальна функція рекрутингу в компанії, наскільки дорого по помилки обходяться там. Тому теж це не тільки стосується управлінців, але й рекрутерів, HR-ів і всі. Я би хотіла зробити декілька таких, що ми багато говорили зараз про філософські питання. Давайте вкинемо пару ідей практичних. Я почну з себе, як що я для себе, от я прям навіть ще, окрім того, що в книжці покреслила, ще й в блокнот повиписувала. Які ідеї мені прям от супер зайшли, і їх можна взяти і натягнути на себе, грубо кажучи, та, на свою компанію вже і зараз. Почнемо з того, що от ця думка, я прям її, не знаю, трьома рядками підкреслила. Генеральні менеджери звітують перед працівниками компанії. Тобто момент того, що сам CEO або сама, та, можна, до речі, додавати теж жіночого роду нам в івенти, що вони самі, їх момент того, що вони зобов'язані звітувати і говорити, ділитися не тільки там про плани, а про те, чого компанія досягнула. Це момент того, що вони щось, як управлінці, винні та повинні для своїх колег. Наступна ідея, яку я собі виписала, це ідеї бенефітів. До прикладу, у них були такі класні ініціативи. Вони, ну, звісно, річ, що це була книжка написана довго пандемії, але мені здається, що частково ці ідеї ми можемо привнести і зараз. Що вони сплачували, вони дуже були за те, щоб люди збиралися часто між собою, і було багато, ну, вони навіть розказували, що на початках Bridgewater це теж була як сім'я, та? Тобто момент того, що вони там всі часто тусили, і на вихідних навіть спільно проводили час, і там могли запрацьовуватися, приїжджати не до одного додому. І ідея була в тому, щоб сплачувати їжу та напої для тих, хто влаштовував у себе вечері. Ну, тобто уявіть собі корпоратив на мінімалках в карантині, коли... Ну, візьмемо, наприклад, Настю. Вона каже там, народ, я збираю в себе вдома, міні-корпоратив, тімбілдинг, ну, кафе закриті, все закрито, але ви можете прийти до мене, я замовлю там доставку вина, не знаю, якихось там суші і ще чогось, і їй це покривається. Тобто, те, що ми раніше, викладаючи, там той бюджет, який ми на тімбілдинги, чи на ще щось спонсорували, ми можемо зараз таким чином попробувати збирати у людей вдома, можливо, зараз десь літо на якихось пікніках, о, таким чином провокуючи оці неформальне спілкування між колегами, командами. Ще який момент, мені тут провалася аналогія, мені здається, що це в одній з українських компаній теж реалізовано, вони придбали будинок, які працівники можуть використовувати для зустрічі, святкувань і інших різних активностей. Ну, це, звісно, не кожному з нас під сила. Я чула про аналогічний проект в Макпоші, вони зробили щось за містом в Києві. Не знаю деталі, тільки якісь чутки до мене доходили. Мені видається, що можуть бути якісь кастомні ідеї, які ви теж можете для себе реалізувати, на кшталт зорендувати довготерміново будинок в Карпатах або десь на Одещині і такий собі робити таймшерінг для працівників. Балі на мінімалках, балі. От, та, тобто, і деякі компанії чули навіть, ну, раніше, принаймні, орендували такі локації за кордоном. І от команди домовлялися між собою, хто як коли приїжджає, часто з сім'єю, і от таким чином мають такий бенефіт для своїх працівників. Ну і останні ідеї бенефітів, які я собі виписала, це я прям не знаю, як це вони трекали, але це цікаво звучить, дослівно читаю з книжки, політика, за якою сплачували половину вартості фактично будь-якої діяльності, якою працівники займалися разом. Тобто, якщо ми... Ну, вони, нагадую, так, тобто, що вони намагалися всіляко підштовхнути до взаємодії не тільки в рамках роботи, але й поза нею, і вони на це свідомо виділяли гроші і створювали різні середовища, щоб працівники взаємодіяли і давали на це максимальне покриття витрат. Тому прикладів там, на жаль, не було конкретних, що саме, тобто, можливо, це якщо вони там, не знаю, поїхали разом покататися на ковзанах взимку, я не знаю, їм покривалася оренда, не знаю деталей, але
ідея підштовхування до взаємодії поза мені сподобалося, і, можливо, в цьому є навіть практичний сенс зараз, якщо говорити про безпечні зустрічі, безпечне середовище для своїх працівників зараз. Дівчата, що у вас? Які такі практичні ідеї, особливо в нашому поточному середовищі, ви побачили і, можливо, могли би підсвітити зараз? Ну, вот у меня было несколько идей, которые мне очень понравились. Первая идея, это, ну, вот он говорил о том, что у всех людей не может быть всех, ну, я со стороны HR и оценки, да, то есть для меня это, ну, действительно практический подход, что когда мы кого-то нанимаем или формируем команду под что-то, каждый человек, один человек, он не может в себе собрать все нужные навыки, которые вообще потенциально может хотеться. У одного сильные одни стороны, у второго сильные другие способности и так далее. И вот он предлагает нанимать, ну вот если собирать какую-то команду или нанимать себе нового человека, смотреть, какие именно вот навыки, способности, вот чего не хватает сейчас в команде, сейчас в контексте, и искать вот человека конкретно с этими способностями, но не ожидать, что один человек, он будет просто космос, да, и будет делать абсолютно все. И вот второй, ну, тоже вот связанный с этим момент мне очень понравился в том плане, что он описал процесс по принятию решений. Вообще, как, ну, вот из моего опыта, есть много разных компетенций, но компетенция принятия решений, она какая-то самая сложная и самая редкая. Вот есть очень много людей, которые умеют хорошо делать какие-то операционные задачи, там, ну, нужно сорсить, ты берешь, ищешь и по процессу сорсишь. Есть люди, которые хорошо выполняют процессы, есть люди, которые креативные, вот у них вот прямо какой-то поиск, ресерч, еще что-то есть. Но вот decision-making, он какой-то вот самый сложный. Потому что это иногда бывает такое, что собрано очень много информации, да, вот человек видит эту информацию, вроде все перед ним, а принять решение не получается. И вот если у кого-то есть такая потребность или вот есть вот какой-то запрос, связанный именно с принятием решений, как это правильно систематизированно делать, вот мне понравилось вообще в целом, как он это описал, то, что вначале выписываются принципы, но мы вот точно так же сделали, мы недавно пересматривали нашу систему бенефитов, вот как раз Алина Черноморов недавно рассказывала, как мы ее пересмотрели, и перед тем, как вообще запускать этот весь пересмотр, мы себе взяли файл, и выписали основные ценности, да, то есть, ну, как бы основные принципы, по которым мы будем принимать решения, что попадает, что не попадает. Там первый был пункт у нас, собственно говоря, что мы customer-oriented, наши customer — это наша команда, мы хотим, чтобы им было комфортно, им было удобно, и вот у них постоянные были запросы, что, блин, сколько можно утверждать эти чеки, потом по 3 месяца ждать компенсацию, мы столько не можем. Ну, я утрирую, но вот где-то фидбэк был такой. Мы хотели, чтобы им было комфортно, первое. Второе, мы должны были полностью comply with our legal and finance requirements. Вот финансы и там юридическая часть должна быть абсолютно правильной. Вот второй принцип, то есть мы проверяем, можно ли это вообще как бы сделать и легально, и правильно с точки зрения финансов, ну и так далее. Вот мы все выписали эти принципы, и дальше было намного легче ориентироваться. Когда есть правила, как ты принимаешь решения. И вот если кому-то нужно именно компетенцию по decision-making прокачать, там прям очень такие классные инструкции, как это можно делать. Ну, вот такие два, наверное, момента. Дякую. Оля, все в тебе. Я прям ушла на какое-то время вглубь себя и пытаюсь разобраться, боже, а какой мне вот прям вот на супер практическую плоскость, потому что, ну, по сути, там 90% для меня оно ложится в практическую плоскость. Я бы выделила то, о чем я говорила в самом начале, это о принятии решения там сотрудничать с человеком или не сотрудничать, да, там продолжать лечить, мочить, как Батарев тоже писал в своей книге, да, что делать вот с сотрудниками, которые, ну, вот условно как-то, ну, скажем, условно провинились, давайте так, условно там учить, лечить, мочить, да, вот, как говорит Рэй Далио, да, по этому поводу, ценности, способности, навыки, то, о чем я говорила в самом начале, и Настя тоже об этом говорила, вот для меня это одно из основных, то есть если человек пришел в компанию, он абсолютно поддерживает ценности, которые уже есть, или же его ценности совпадают с ценностями компании. Это отлично, плюсик, да? Дальше.
Если, кроме этого, у него есть еще способности, чтобы сделать ту или иную задачу, или способности к реализации там, какой-то общей цели, которую ставит себе компания. Плюсик. Если есть навыки, супер, три плюсика собрали. Если вдруг происходит так, что человек, допустим, внутри организации переходит из, там, из отдела в отдел, и вот у него может не хватать, допустим, каких-то навыков, да? Ну, мы смотрим, ага, ну, навыки он может там подкачать. Ну, сейчас вообще невозможно не учиться. То есть, если не учишься, да, не развиваешься, то, по сути, отстаешь очень сильно. Вот, то есть организации к этому открыты. Но вот это вот, способен ли человек, способен ли, в принципе, быть коммуникативным, проактивным, то есть в этой плоскости. И если да, тогда даже отсутствие каких-либо навыков не, абсолютно не является преградой к тому, чтобы человека увольнять, убирать, от него отказываться. Да? То есть для меня это достаточно сильно такой практический бэкграунд относительно принятия решения о взаимодействии с сотрудником, да, в каких-то форматах. Особенно если там уволить, держать или там переводить куда-то.